Привет, всем привет! Сезон простуд, кашля и так далее. Я, кстати, тоже переболела, но вылечилась. Я вам хочу показать способ, которым можно просто, быстро, буквально за один день, без лекарств, вылечить, если у вас, например, болит горло, насморк какой-то неизлечимый, долгий. У меня такое было раньше. Понадобится обычный фумигатор. Такие штуки, наверное, есть в каждом доме. Сейчас это вообще не редкость. И здесь есть пластинка от комаров. Она уже БУ. И первым делом ее нужно будет извлечь оттуда. Я не рекомендую и не советую ею пользоваться. Лучше сделать на основе по этой же форме, из картонки вырезать. И дальше покажу, что нужно будет делать. Берем ненужную картонку, извлекаем из фумигатора бэушную пластинку и нарисуем точно такую же по форме. Вырежем. Таких пластинок можно сделать сколько угодно, вы понимаете. И давайте покажу, что делать дальше. Теперь понадобится дёготь березовый. Продается он в аптеках. Теперь пластинку смачиваем березовым дегтем и подождем немного, чтобы дёготь впитался, и вставляем в прибор. Я делаю эту процедуру в комнате, в большой комнате. Она у меня примерно где-то 20 с лишним квадратов, поэтому запах березового дегтя почти не заметен. Но, как вы знаете, может быть, кто-то и не знает, запах березового дегтя – это запах дерева, наверное, сжёного, такой деревенский запах. То есть он не отвратительный. Находимся в этой комнате примерно где-то минут 10-15 и дышим вот этими парами, которые выделяет эта пластина. И если у вас вот насморк начался или что-то, то буквально к вечеру, если вы это проделали днем, ничего уже не будет. Если у вас застарелый, например, вы там давно болеете, попробуйте сделать несколько дней подряд. И еще такой совет. Сейчас такое время. Этим прибором с этой пластиной можно обеззараживать помещение время от времени. Например, если у вас пришли гости и вы боитесь заболеть, если вдруг они болеют. И вот этот березовый деготь, он очень хорошо убирает вирусы, если они у вас есть в помещении. Друзья, вот такой вот классный совет. Обязательно делитесь с друзьями.